Всем здравствуйте! Звезда сериалов «Доктор Рихтер», «Угро», «Простые парни», «Высокие ставки», а также один из главных героев сериала «Рая знает все» Сергей Губанов, не только популярный и узнаваемый актер, он также является создателем собственного парфюмерного бренда. Сергей Губанов родом из Нижнекамска. Здесь будущий актер окончил среднюю школу, параллельно занимаясь пением и посещая театральный кружок. Затем семья переехала жить в Пермь. Сергей собирался посвятить свою жизнь музыке, однако позже поступил в ГИТИС. Еще будучи студентом, Сергею улыбнулась удача получить главную роль в фильме «Расплата», который был создан при участии двух стран – России и Америки. После роли Дмитрия в фильме «Расплата» актер был замечен режиссером Грег Маркс и пригласил на роль Юрия, капитана ФСБ, в картине «Подарок». Две американские картины, в которых сыграл молодой актер, привлекли интерес отечественных продюсеров и режиссеров. Далее последовали роли в картинах «Угро. Простые парни», «Как выйти замуж за миллионера», «Высокие ставки», «Доктор Рихтер» и другие. Сергей Губанов не только востребованный актер, но и парфюмер, работающий со звездами шоу-бизнеса. В мае 2017 года на прилавках появился аромат «Игра», созданный актером вместе с Николаем Басковым. В личной жизни у актера есть очень интересный факт. Сергей был дважды женат на одной и той же женщине. Свою вторую половинку актер встретил, когда был 15-летним юношей. А 18-летняя Лариса снимала комнату в квартире бабушки будущего актера. Сначала Сергей и его возлюбленная жили гражданским браком. Пожениться молодые люди решили через 3 года после знакомства, в 1996 году. Сначала в семье родилась дочь Карина. Ее сестра появилась на свет спустя 5 лет. Однако, по истечении почти 10 лет брака, актер вдруг решил, что их семья обречена, и предложил супруге развестись. Лариса не стала препятствовать решению Сергея. При этом они умудрились сохранить дружеские отношения, а с дочерями актер старался проводить как можно больше времени, хоть и уехал в тот момент сниматься в Соединенные Штаты Америки. Когда Губанов жил в Америке, он встречался с женщиной, она имела отношение к сфере кинематографии. В 2012 году актер понял, что скучает по бывшей жене и хочет снова с ней жить. Он приехал к Ларисе и предложил ей снова стать его женой. В 2013 году в семье родилась дочь Катя. У малышки нет пальчиков на одной руке, но Сергей старается сделать все возможное, чтобы помочь дочери и сделать ее жизнь полноценной. Встречается с докторами, изучает инновации в сфере медицины, нашел компанию, которая занимается производством протезов детских кистей. Она находится в России. Супруги долгое время были счастливы вместе. Однако в 2017 году опять расстались. Когда актера спросили о его планах на будущее, он ответил: «Сейчас много времени детям уделяю. Со старшей вот думаем поставить совместный спектакль. Поэтому ничего другого пока не хочется. Я живу свободно, ни о чем не задумываюсь и наслаждаюсь каждым моментом жизни». Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и до скорых встреч!